Снучи бучи, мои дорогие друзья, с вами Юга, и это Юга Шоу. Ну что, мои хорошие, ЗБТ Блес Онлайн подошло к концу, точнее, подходит к концу, и сегодня уже в 00, 5 ноября, вырубятся серваки. И в сегодняшний последний день, так уж получилось, и, не знаю, меня это дико порадовало, товарищи геймы нам выдали флаймаунта, и если вы на просмотре этого видео, которое будет опубликовано уже буквально через час, успеете зайти полетать, то вы, соответственно, прочувствуете тот момент, который был недоступен на ЗБТ. Так вот, и вернемся к нему же. Мне хотелось бы, на самом деле, то есть я провел почти 9 стримов из 11 дней закрытого бета-тестирования. Это очень много, согласитесь, это реально очень много. Причем вчерашние осады были, можно сказать, финальным стримом. Колоссальное количество человек на просмотрах, 25 тысяч просмотров видоса ВКонтакте, около 1300 виверов смотрящих, это был стрим, это реально было очень круто, очень здорово, и это вообще очень хорошие показатели. Но вернемся, ладно, я похвалился, а теперь немножечко, или немножечко даже ЗБТ. Разделю все на плюсы и минусы и какие-то сделаю выводы. В частности, начнем с минусов, как говорится. Ну, почему бы и нет. Они есть, во-первых, и все вы об этом знаете. Я так уж привык, мой формат никогда не особо скрываю, но я стараюсь подойти ко всему процессу более-менее как бы объективно, разжевав и объяснив человеку, вообще людям, зрителям, друзьям, что происходит с проектом. И почему, допустим, так все сложилось. Ну, давайте, единственный большой минус, который, допустим, всех напрягает, это, о боже, у меня топовый компьютер i7 67200K, 1080 реферальная видеокарта, там TI-ная, я не знаю, там все, что у меня, все, что угодно есть, суперкрутое железо, 20 FPS. Да, чуваки, есть такая проблема, есть проблема с оптимизацией. И я скажу вам больше, на моем более слабом компьютере, где 760-я карточка и i5 4690, даже на массовых осадах FPS было гораздо больше, чем на топовых компах. С чем это связано? Ну, скорее всего, с где-то отчасти с оптимизацией серверного железа или непосредственно самого игрового клиента. Ну, одну могу сказать. Такая проблема была на старте в Корее. Это было зимой, да, подлагивало, да, был такой же долгий запуск игры, но в целом это все в конце решили, и стало это как-то более оптимизировано и играбельно. Почему у нас так сложилось? Я знаю, что 101XP посмотрит это видео, и в любом случае они сделают выводы. Да и они уже прекрасные выводы сделали, знаю, в чем причина. Не буду, соответственно, на них гнать бочку. У них голова, мне кажется, вот у ребят, кто 101 работает, у них бегущей строкой. Проседание FPS, лаги, проседание FPS. Ну, то есть, как бы это у них по-любому отложилось, и они об этом знают, и, скорее всего, я вангую примерно месяц до стартового БТ, они будут этот решать вопрос. Возможно, будет стресс-тест. 101XP, если вы прислушаетесь и сделаете хотя бы один день стресс-теста, это будет очень здорово. Это будет очень лояльно к своим игрокам. Далее. Что, допустим, еще могу сказать. Спасала ли SSD? Отчасти. Отчасти спасала. У меня игра на HDD-шнике, но в целом, как видите, показал результат для меня удовлетворительный. Не отличный, не хороший. Трип с плюсом. Серьезно. То есть можно и быстрее. Можно и быстрее. Почему клиент весит 55 гигов, хотя на Корее на старте у меня примерно около 15 он был, 15-20, что-то такое. Я его ставил на SSD-шник, 55 гигов я посчитал неразумным ставить, поэтому, ну, такой, ладно. Будь как будет, как бы не парись по этому поводу. Так, давайте выберем хоть какую-то координату, куда мы, допустим, вот я знаю, куда мы хотим. Мы хотим вот сюда, наверное, слетать. Ну, это действительно неприятный момент, у многих людей от этого бомбануло, да, это так, и это, в принципе, понятно. Как так, у меня топовый комп, игра довольно-таки уже давно разрабатывается, там, и почему она вот нам уже готова, не завозит. 101XP, вам терпение, фиксите, нам, соответственно, терпение также, давайте дождемся ОБТ и уже конечной версии продукта.
то, что мы увидим на старте открытого бета-тестирования. Какой еще минус я для себя нашел? Ну, во-первых, это претензия, наверное, все-таки объективная. И не считать, что я придираюсь. В основном, получается, подкаст такой, как будто вот минусы я говорю не людям, а 101 XP. Но это правда. Проблема была со вторым сервером. Я играю на сервере ZBT2, и мне не очень понятно, очень чересчур частые отключения были сервера, и, соответственно, надеюсь, скажем так, отключение сервера плюс ко всему была проблема вчера с осадок с очень огромным пингом. Ребята, фиксите, делайте, что хотите. Я хочу играть в вашу игру, мне я к плюсам подойду, но я никаким боком не буду терпеть, играя на маге, задержку, простите, в 10 секунд. Ну что это было? Ну это было действительно, это было плохо, то есть это меня совершенно не устроило. Как бы 101, fix it, please. Знаете проблему, решаете проблему. А какие еще минусы? Ну, минус был, вот я хотел уже, то есть у меня, соответственно, в голове, то есть в чертогах разума был блокнотик, где я записывал эти минусы, был вот флаймаунты, чуваки, ну почему дать контент этот поюза, да, там? Ну, как бы, идет как бы, окей, ладно, дали на один день флаймаунта, такие, воу, знали как будто бы, ну... Что еще хочется сказать? О донате. И вообще, это действительно очень вау. То есть Люмина, это понятное дело, что валюта будет даваться за премиумы в игре. Ну, соответственно, здесь уже появилась та часть магазина, которую вы можете посмотреть. То есть, ну, допустим, не минус, придирка. Это придирка. Костюмчики-то что бы не ввели-то там, ну, не знаю, насыпали бы люминов потестить это все. Хотя, с другой стороны, кто-то боится повторения какой-то еще одной игры, что у нас это все после ЗБТ осталось. Но не будем говорить эту игру вслух, ну, вы прекрасно, кто знает, все поняли. Ладно, фиг с ним, не хотите рисковать? Пожалуйста. В любом случае, будет конкретный полный вайп, формат диск C и ЗБТ-сервер, вот где мы сейчас летаем, канет в лету, и мой прекрасный хомяк, блин, хотя бы пресет бы с ним сохранил бы, тоже, видать, куда-то пропадет. Ну вот, мое лицо, когда у меня топовый комп и подлагивает. Ну вот. Давайте, что еще из минусов, которую я увидел? Ну, проблема с озвучкой, которая не это опять же сейчас не минусы, придирки. Больше сейчас придирки пойдут. Это озвучка, которая немножечко отстает от диалогов. Не до конца переведенные скиллы. И, соответственно, ну, то есть нет обозначения, вот что они из себя представляют, ну, вот, как бы, вот, соответственно, вот я показываю. Ну, то есть это должно быть на ОБТ 100% доделано. Это уже минус из-за непереведенных скиллов, я не делаю билды, потому что, допустим, я хотел бы снять гайд по магу, по какому-то классу, для уже на ЗБТ я сидел, думал, ну, прикинул, такой, ну, как бы, не, нихера не пойдет, потому что, ну, нет. Сори. Много ничего непонятного, надо все это изучать. Я все, в принципе, какое-то понятие каких-то скиллов в себе уже, ну, представление уже вижу, но использовать их не буду. Соответственно, мне нужен полный перевод. Вот. Ну, в принципе, что еще? Про лаги, про переводы, про все прочее мы поговорили. Давайте подойдем к плюсам. Плюсам, которые я для себя нашел. И вот это вот действительно очень, не знаю, для меня показалось очень вообще просто бомбическим. Осада Кастры. В Блесе PvE контент мне не нравится. Ну, сорян. Боссы мировые, данжи, я это все проходил. Миллион раз. Мне нравится PvP. Да, скажете, Юга, ты же в последнее время что-то совсем крабишь в БДУ, но это там. А здесь осада Кастры. Отличное рельство нашего ГМа, то есть гильдия.ру, колдуша, молодец, поздравляю, я очень справился. У нас гильдия получила на ЗБТ 7 уровень, я не знаю, наверное, кто из ребят за Союз у нас 7 получил, я честно как бы не сконтактирую, не знаю. 7 уровень, были релы, было командование, было интересно побегать, была осада, да, которую мы проиграли. Но опять же, проигрыш это еще ничего не значит. Мы сражались с 50 человек против 90 и 3 големов. Ну да, похоже на оправдание, но это все фигня. Фан был получен, серьезно. А тот фан, который хотелось бы, был получен в полной мере. Я думаю, на ОБТ будет гораздо все круче. Понятие
ну, то есть какое-то понятие, что себя представляет здесь PvP за замки, я уже получил. Осталось это только сделать, а, оптимизировать, б, сделать, чтобы никак не лагало и никакого, ну, точнее, пинг совершенно не страдал. Угу. Далее. Плюсы. Я вот с другой стороны немножечко посмотрел, для меня было на Корее тяжело играть за каких-то определенных персонажей, я присмотрел уже за мага, за стража, было интересно поглядеть на все, соответственно, здесь в этой игре прекрасный простор для билдинга, здесь прекрасный простор для меня для гайдов на определенные классы, возможно, всеми я играть не буду, но благодаря нашим, так сказать, ребятам, умельцам, которые уже вот изучили даже за ЗБТ, я вам с вами поделюсь какой интересной, полезной информацией для тех, кто будет продолжать играть в этот проект. Кстати, интересный значок появился. А, мирная территория. Да, смотрите, значок этого, господи, что-то как там это пист говорю? Not War, или как он, блин, называется? Я уже забыл, это, блин, как этот значок этот хипарей называется. Забавно появился, что-то сейчас только заметил. Плюсы для меня, как стримера, ютубера, ну, то есть, в основном, больше, конечно, стримера, в основном, то, что здесь есть контент, который можно показать. Сейчас снялся Декастер, это интересно, людям это понравилось, люди это смотрят, и я, соответственно, увидел фидбэк от людей. Как бы для меня это положительно, соответственно, игра войдет у меня в расписание. Когда уже будут ОБТ всех игр, которые у нас сейчас выходят или уже вышли, будет отдельно составаться расписание эфиров, на которых я покажу. Ну, для тех, кто не знает, что Yuga Show — это мультиигровой проект, даже мультистриминговый проект, я бы даже так сказал, это круто. Плюсы. PvP. Данжи. Ну, как я сказал, для меня это больше побочное, но они сделаны неплохо. Они не лагали, в целом все данжи были пройдены, посмотрены, то есть до 35 левела, такой, ну окей, в принципе все есть, все работает, с этим слава богу. Я тут для себя нашел именно как для стримера и как для PvP-шера свою какую-то нишу, и мне она понравилась. Соответственно, за оптимизацией, я думаю, у нас все будет получаться, и проект до ума будет доведен. Давайте мы хоть тогда встали, не знаю, мы до вулкана не долетим, скорее всего. Ну, в целом, за 11 дней за БТ получается, ну, фан я в своей блесте свой получил. Надеюсь, буду получать его в дальнейшем, потому что это явно не предел. Я далеко не предел, соответственно, я думаю, и вы, для тех, кого проект заинтересовал, тоже будете в него играть. Комментарий о том, что это игра 2012 года, о боже, да там, блин, графика там, блин, ребят, неинтересно, серьезно. Я уже сколько вам раз говорил, я вам могу показать игру, я в нее поиграю, вы, соответственно, то есть я доношу какой-то контент, вы уже сами решаете, да или нет. Я прекрасно все знаю, что кому-то это не понравится, я прекрасно все знаю, кому-то это зашло. Но, понимаете, то есть... Не знаю, зачем это писать, если вы прекрасно все это знаете. Высказать свое мнение, ну, ребята, я мнение многих знаю. Так уж получилось, как бы, ну, общаемся в прямом эфире. Поэтому я говорю, каждый все решит для себя. В целом, я ставлю по 10-бальной шкале 6,5 баллов этому ЗБТ. Ставлю за более-менее адекватный запуск. Не с вайпами, не с крушением серверов, то есть такого особо не было. Ставлю за PvP контент, который я получил, и по большей части за гильдийную работу. Да, в принципе, все, что в завершении-то хочется сказать. А если вы уже решили, соответственно, играть с самой блес, ссылочка будет в описании на покупку НРД. Как я уже говорил, НРД здесь приятные и полезные для тех, кто, соответственно, лояльно к игре относится и захочет ее приобрести. Огромное, преогромное и теплое спасибо хочу сказать своим первым зрителям за то, что смотрели, поддерживали. Поддерживали не только лайками, просмотрами и материальными вещами, а своим любимым теплым друзьям. Вас всех обнимаю крепко-крепко. Смотрите, я здесь не один, кстати. То есть я так и знал, что я здесь не один.
Вот, соответственно, что еще хочу сказать. Спасибо большое гильдии Ру.ру, в частности, всем РЛ-ам гильдии. Вы молодцы, ребята. Вы в новом проекте смогли доказать, что, как говорится, мастерство не пропьешь. А жаль. Вот, вы, не знаю, провели гильдию, достигли довольно-таки хороших высот, и мы, в принципе, на осаде это показали. Нет предела совершенства, будем, соответственно, повышать свой скилл. И большое спасибо команде 101XP, ребята, вам, я не знаю, терпения, фикса багов, и давайте уже КБТ, не знаю, поднатужимся, все-таки знаем друг друга прекрасно. Я знаю, что вы способны на больше, и вам работы этот месяц для исправления ошибок. Ну, собственно, вот и все. ЗПТ подходит к концу, и давайте напоследок осмотрим этот кипящий вулкан. К сожалению, я выше уже не смогу туда взлететь. На забытом алтаре, в землях Лутилани, господи, я это уже не выгорю, мы находимся. Всем большое спасибо, что были на этом ЗБТ, всем большое спасибо за просмотр этого видео. Поставьте лайк, если оно вам понравилось. Отпишите в комментарии ваши мысли про ЗБТ. В целом, конструктивные. Мы с вами обсудим. Я отвечаю в комментариях, это так. Соответственно, лайк, подписка, рассказать братюне, само собой. С вами был Юга. Здоровья вам, хороших ММРПГ. Не переживайте, не болейте. И до связи. Пока-пока.